Всем привет, всем привет! Ну а видео у нас поздравление. Группа Toxic City ровно год, когда у нее появился топовый состав. Если вы перейдете на год назад, на 21 год, то вы увидите, что именно в это время распалась группа «Влюбленные в мечту». И половина состава осталась в одной группе, а половина состава осталась в другой группе. Конечно же, ссылочку оставлю в описании. Благодаря этому большому событию, как бы, лидер группы собрал всю группу и решил напиться, стол забодяжить, пиццы заказать, все как положено. Ну, конечно, вру, просто всей группой пройти кошмарку. Это беспрецедентно, конечно. Я такого не видел вообще, и контента у меня такого, конечно же, нету. Когда группа, только одна группа, без единого другого человека, проходит кошмарную экспедицию. С днем рождения! С днем рождения, ребята! Надеюсь, топовая группа еще раз не распадется на две. Все у вас будет хорошо.